Известный украинский ведущий Андрей Бедняков и его подруга Леся Никитюк очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, один из них должен прожить субботу и воскресенье на $100, второй может тратить неограниченные средства, которые хранятся на золотой карте. Чтобы решить, кто из них будет жить как миллионер, а кто будет учиться выживанию, Андрей и Леся бросают монету. И каждый раз все решает орел или решка. Всем привет, с вами снова Орел и Решка. И на этот раз мы с Леськой приехали в город, который вы так давно ждали. Ну и мы тоже. Мы в Лондоне. London is the capital of Great Britain and situated in the River Thames. Ох, какие у тебя познания английского, золотая моя. Ну раз так, тогда мы сейчас узнаем, who is on duty today, а у кого the weather is fine. Орел. Решка. Вот сейчас в Англии станет на одну королеву больше. Или короля, Лесенька, короля, король, вот он. Итак, встречайте, дамы и господа, король Англии, Андрей Бедняков. Иди, иди, король Англии. В мире около 200 стран, а это значит, что в мире около 200 столиц. Но лишь несколько из них можно назвать самыми-самыми. Лишь несколько из них – топовые города нашей планеты. Города-лидеры, города-бренды, столицы мира, идущие впереди всех. И, конечно же, столица Великобритании в их числе. Здравствуй, Лондон! Папка и в Лондоне. Здрасте. На выходе из аэропорта первое, что видишь, это такси. Легендарные черные кэбы. На них я и буду перемещаться эти два дня. Hello. Ну, потому что, во-первых, это дорого. Лондонское такси самое дорогое в Европе. А во-вторых, ну, прикольно же. Это ж тот самый кэб. Let's go. Дизайн кэбов традиционный. Тот самый, что был еще на заре автомобилестроения. Рядом с шофером на переднее сиденье садиться не принято. Это место для чемоданов, потому что багажника в машине нет. Внутри очень просторно. Красота. Можно мешок картошки сюда поставить. Сюда огурцы. Быть таксистом черного кэба очень престижно. Во-первых, среди них почти нет иммигрантов, только коренные лондонцы, которые наизусть знают Лондон и не пользуются GPS-навигатором. Кстати, если GPS вас может завести куда-то там не туда, показать неправильный поворот или дорогу, которая уже закрыта, то лондонский водитель, он как сапер, он не ошибается. Водители таких такси берут только после сложного экзамена на знание местности. И сдать этот экзамен могут далеко не все. У кого Лондон начинается с кэбов, а у кого с метро? Вот как продумано, вышла из терминала, напротив метро, села и поехала в город. Вот компетентные лондонцы, ну. Лондонское метро, как и такси, самое дорогое в Европе. Стоимость билета зависит от расстояния. Сколько проедешь, столько заплатишь. Минимум 2 фунта, а это больше 20 гривен. Поэтому лучше всего сразу купить проездной. Я положила на карточку 10 фунтов. Надеюсь, мне на 2 дня хватит. Метро в Лондоне самое старое в мире. Первая ветка была запущена аж в 1862 году. То, что метрополитен самый старый, сразу видно. Какое-то все изношенное, вагоны маленькие, с кондиционированием вообще туго. То есть подземка, конечно, легендарная, я не спорю, но какая-то некомфортная. Вот как-то в нашем метро прохладней, тут очень душно, нечем дышать. Газета называется «Метро». Ну, хоть бесплатные газеты раздают. Гороскоп на сегодня. Вас ждут
финансовые трудности. Что я выхожу? Кажется, моя станция. Ну, наконец-то! Наконец-то! Быстрее на улицу! Там же Лондон! Там же красота! Лондон! Выход, конечно, как у нас на Нивках, но ничего, сейчас пойдем в центр, там красивее, сейчас я покажу вам Лондон! Здравствуйте, женщина, здравствуйте, мужчина, здравствуйте, все на этом Лондоне! В Лондоне ты встречаешь именно то, что ждешь от Лондона. Двухэтажные красные автобусы действительно ездят по дорогам. Красные телефонные будки действительно на каждом шагу. А полицейские действительно носят круглые каски. Только вот никакого лондонского тумана. Может, это везение? Но Лондон встретил меня ярким солнцем. И я попросил водителя провести меня по самым знаменитым лондонским местам. Пикадилли, Оксфорд-стрит, Темза и, конечно же, Биг Бен. Лондон – дорогущий город. Поэтому у меня в планах бродить по улицам и посещать только бесплатные достопримечательности. Ну вот он, Биг Бен. Мы привыкли думать, что Биг Бен – это часы в башне. Во-первых, это не просто башня, а часть здания парламента. И во-вторых, Биг Бен – это вообще не часы. Так называют колокол внутри башни. А сама башня с недавних пор носит имя королевы Елизаветы. И все-таки красивые у королевы часики. Огромный плюс Лондона в том, что главные достопримечательности находятся недалеко друг от друга. Можно не тратиться на метро. Так, в 10 минутах от Биг Бена главная площадь города – Трафальгарская. Названа она так в честь Трафальгарской битвы, в которой адмирал Нельсон победил флот Наполеона. А вот и сам Нельсон на колонне. На первый взгляд, площадь очень серьезная, как и подобает быть главной площади Лондона. Развиваются флаги, грандиозный фонтан, огромные львы, помпезное здание музея. А потом присмотришься и видишь, что на одном памятнике нахлобучена какая-то шапка смешная. Рядом какой-то мальчик на коне деревянном. А на львов все вокруг пытаются вскарабкаться. Как же мне туда залезть? Что ж ты делаешь? Майк, thank you very much. No problem. Мальчик, а ну давай, и ты мне руку подашь. Что я? В центре Лондона. И на льва не вылезу? Нет, друзья. Горячо, горячо, горячо. Ну вот, теперь можно фотографироваться. Так. И так. И как-нибудь так. Лондонские полицейские меня покорили. Стоят с настоящими автоматами. Палец, обратите внимание, на курке, то есть в полной боевой готовности. И при этом с удовольствием фотографируется с туристами. Очень доброжелательны. И еще с отличным чувством юмора. Help me, please. The joke. Возьмем. Но ни один уличный артист с этими ребятами не сравнится. Bye. Сегодня я вам расскажу о самом знаменитом и самом дорогом отеле Лондона – «Савой».
Wow! Amazing! Incredible! Шикарное место. Wow. Good morning, Mr. Bendikov. How are you today? Oh, fine. I'm in London. I want the best one, a room as you have. Money doesn't matter. The price is £15,000 per night. 15? Yes. Мне ж надо на два дня. Это тридцатка. 30 000 фунтов. Привет, продюсеры. Андрюшка тратит деньги. Shall we make a booking now? Стоимость номера ошеломляющая. $25,000 в сутки. За исключением нескольких наших политиков и бизнесменов, ни один другой житель Украины никогда не сможет остановиться здесь хотя бы на ночь. Потому что это нереальные, космические, баснословные деньги. Здравствуйте, роскошный апартамент. Итак, первое, что я увидел, это длиннющий белый коридор. Целый день? Спринтеры нашей сборной Украины перед Олимпиадой здесь могут бегать 100 метров. Да, это оно. В моих королевских апартаментах 4 комнаты, и они занимают 350 квадратных метров. Это роскошный кабинет. Прямо хочется здесь творить, писать, что-то делать. О, вот это вид! Биг Бен! Биг Бен! Вау, у меня окна выходят на Биг Бен. Друзья, Темза. Уютная столовая с приборами из серебра и позолоченными светильниками. Здесь я буду есть. Холл с камином. Лучшая на моей памяти ванная комната. Если была бы сейчас Леся, Леся бы, наверное, сказала: «Боже! Да я в этой ванной жить буду!» И спальня с большущей кроватью. Это моя спальня! В этом номере останавливалось очень много мировых знаменитостей. Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, Мерлин Монро, вся команда Битлз, Софи Лорен и даже сэр Элтон Джон. На этой кровати спал сам Элтон Джон! Пойду спать в кабинет. Можно только представить, как они тут отдыхали. Это крутяк. Вот так вот ездят политики. И не обязательно перекрывать дорогу с Виноградаря до Нивок, Микола Янович. Найти совсем дешевое жилье в Лондоне невозможно. Сегодняшняя ночь в средненьком хостеле обойдется мне в 20 фунтов. Все, что было из свободных мест, это койка в комнате на шестерых. Причем комната смешанного типа. И парни, и девушки живут вместе. Не, ну я надеюсь, мне повезет, и у меня будут соседки, а не соседи. Вот что это? Что это на моей кровати? Ну что ж, судя по обуви, я буду жить с мужчинами. Будем дышать друг другу. Затылок. А кровать чистенькая, аккуратненькая. Все выстиранное. Да, места, конечно, маловато. Вот она, вселенская несправедливость. Кто-то живет один на площади в 350 квадратных метров, а кто-то ютится, такая маленькая бедняжечка, ютится в комнатушке 3 на 4 с 6 мужиками. Англичане практически не пьют кофе, а вот чай по несколько раз в день. И чаепитие в 5 вечера – одна из любимых традиций британцев. Без 5:05, господа!
Самое время для знаменитого английского 5 o'clock tea. Так, а как слать? Знаете вы или нет, но выпить чашечку чая в Лондоне можно на знаменитом лондонском колесе обозрения London Eye. London Eye переводится как «лондонский глаз». London Eye похож на гигантское велосипедное колесо. Долгое время был самым высоким в мире – 135 метров. Но потом его взял и переплюнул Сингапур, построив свое колесо обозрения на 30 метров выше. Стандартный билет стоит всего 15 фунтов, но это для Леси. Ну а приватная кабинка с сервированным для чая столиком аж 820 фунтов. Я, конечно, каждый раз не перестаю радоваться в таких случаях. Вот у меня золотая карта, а люди в очереди часами стоят, чтобы подняться наверх. А я спокойненько так без очереди захожу. Люди в соседних кабинках, наверное, думают, что я мажор какой-то. Хотя да, правильно думают. Я мажор. А вон, посмотрите, вон, видите, следующая кабинка. Там около 30 человек. Я в своей один. Правда, мне это немножечко дороже обошлось, чем им. Отсюда открывается превосходный вид на все главные достопримечательности города. Вот Биг Бен, смотрите, как на ладони. Пока я наслаждался видами, столик сервировали разными бутербродами и пирожными. А мне принесли, наконец-то, чай. В пакетике. Самый дорогой в мире пакетик чая. Стоит он 850 фунтов. Не знаю, я на рынке обычно дешевле покупаю. Почти все основные музеи Лондона бесплатны. Музей Виктории и Альберта, Музей современного искусства Тейт, Национальная галерея, Британский музей. На моем пути оказался музей естественной истории. Туда я и заглянула. Музей внутри похож на сказочный замок. Заходишь, и сразу челюсть отваливается, потому что в холле видишь не что-нибудь, а огромный скелет диплодока. Правда, потом уже узнаешь, что это не настоящий скелет, а копия. Хоть вход в музей и бесплатный, англичане все-таки додумались, как заработать. Вот смотрите, стоит автомат. 5 фунтов стоит поменять динозавру подсветку. Поменять динозавру подсветку и услышать, как он рычит, 10 фунтов. И что вы думаете? Таким образом они собрали 4,5 миллиона фунтов. Вот как это выглядит в действии. Так диплодок подсвечивается, а так он рычит. В этом музее история Земли и ее доисторических обитателей. Самые знаменитые экспонаты, кроме диплодока, это тираннозавр, копия голубого кита в натуральную величину, а также 8-метровый кальмар. Еще тут есть окаменелости доисторических рыб, копия скелета доисторического медведя, масса насекомых и чучел птиц. Страшно интересно. А вот это известные птички Додо. Представляете, их истребили и съели всего лишь за каких-то жалких 20 лет. Всех до единого. Еще есть животные в разрезе. Вот верблюд, например. Кстати, это не копия, а настоящий верблюд. Разрезанный и мумифицированный. К счастью для меня, не все музеи в Лондоне бесплатные. Вообще, по музеям ходить неблагодарное и скучное дело, но в этом музее я могу встретить очень много знаменитостей, звезд настоящих. Хотя для вас это звезды, а для меня это друзья. Это самый знаменитый музей восковых фигур – музей Мадам Тюссо. Все его залы переполнены знаменитостями, звездами, политиками, спортсменами.
Посетителей здесь всегда тысячи. Как правило, все они ходят от экспоната к экспонату и либо критикуют восковых двойников, либо восхищаются. Боже, как похоже! И непременно фотографируются. Да, конечно, в таких местах очень смешно, когда подходят люди, садятся на стул к Джули Роберт, целуют Джонни Деппа. Боже, так как-то глупо и по-детски. Ну вот, например, Виктория Бекхэм с Дэвидом стоят. Ну вот, конечно, с этими ребятами хочется просто сфотографироваться без всяких там иронии и юмора. Все эти морщинки и поры – это ручная работа. Волосы настоящие, человеческие. Закупаются в парикмахерских и по одному волоску вживляются в голову. Глаза восковых фигур – это глазные протезы. Ну а над идеальными зубами потеют стоматологи. Извините. Можно заказать и свою фигуру, чтобы забрать домой. Стоить это будет 50 тысяч долларов. Моя хорошая, отдыхай. Я подойду позже. Да, видели бы звезды, как тут с ними обращаются. Как дела? Меня Андрей зовут. Хорошо. А? Сфоткаться хотите? Ну, давайте. Сейчас я вам покажу совсем другой Лондон. Это район Кэмпден. Центр альтернативной жизни Лондона. Конечно же, наши люди, когда приезжают в Лондон, покупают кучу магнитов за бешеные деньги в центре. А я вам скажу, что если поехать чуть-чуть дальше, например, в район Кэмпден, можно купить 5 магнитов на 5 рубчиков. Народ сюда приезжает за тем, что именно здесь находится один из самых больших блошиных рынков города – Кэмпден Маркет. Здесь можно по дешевке скупиться сувенирами, одеждой. Ну, в общем, это райончик типа нашей Шулявки. Все, у кого $100, все сюда, все сюда. С Шулявкой это я, конечно, погорячилась. Кэмпден Маркет – место очень продвинутое. Одни фасады магазинов чего стоят? Гигантские кеды, самолеты, вампиры, пауки, гитары. Все ради привлечения покупателей. На Кэмпден Маркет приезжают за дешевым пирсингом и тату, за одеждой для панков и готов. Но самое приятное, по крайней мере для меня, здесь бесплатно угощают кофе. Вот это можно работать, мисс. Thank you very much. Thank you. И на рядах с едой дают пробовать. Вечера лондонцы проводят в пабах. Пиво они пьют каждый день, вне зависимости от дня недели. Даже в понедельник, после работы, в своем деловом костюме лондонец пойдет не домой, а в паб. Пабы очень красивы. Многим из них по 100 лет, а то и больше. В основном тут продают пиво, эль и сидр. Английских сортов пива и эля огромное количество. Майлды, биттеры, стауты, лагеры, биттер эль, коричневый эль, старый эль. Жизни не хватит, чтобы все попробовать. Ой, вкусняшка! Кроме классических сортов, пиво у британцев бывает клубничным, абрикосовым, шоколадным, имбирным, чесночным. Я решил начать с классики. Хорошее пиво. Но здесь вот сразу отличие, посмотрите, какая пенка здесь. Ух! Горечь. После него какая-то горечь остается. Вот после вкуса такое вот горькое. Темное еще сложнее пьется. И плюс у этого темного привкус такой, знаете, как вот кофе. Зерна побросались, зерна кофе туда. И вот мне такой вот вкус какой-то был.
горький очень. Но вот этот эль темный, я, в принципе, бокал выпить сейчас сам не смогу, это 100%. Обычно лондонцы не сидят весь вечер в одном пабе, а после пинты другой плавно перетекают в следующий паб за углом. Мне туда! Мой эль с каждым баром становится все вкуснее и вкуснее. Ух, Лондон, просто нет слов. Я начала свое утро в Грин-парке, недалеко от Букингемского дворца. В 11 утра там начнется смена караула. Хотелось бы посмотреть. Я первый раз в жизни вижу, чтобы в парке стояли вот это шезлонги, не прикрученные. И никто же себя на дачу не заберет. Все сидят, кушают, играют в бадминтон, царит прекрасная атмосфера. И вообще, чай, сосиска, у меня прекрасное лондонское утро. Опа! А вообще здорово это они с шезлонгами придумали. Непонятно только, почему многие сидят на траве. Странные какие-то. Вон же сколько шезлонгов свободных. Лежи, не хочу. Sorry, mister. It's one pound за шезлонг. Пожалуйста, еще. Дождь пошел, еще и за шезлонг надо платить. Наелась. Дешевле. Thank you. Полтора фунта, нормально? Все понятно теперь. Обдираловка прямо в парке. Не дураки те лондонцы, что сидят на траве. Причем билетик действует только час. Хочешь посидеть дольше, плати потом еще раз. Свой день я начал как настоящий лондонец со свежей прессы. Чуть ли не главной составляющей всего завтрака является, конечно, утренняя газета. Свежая, которая чего пахнет. А также с чашечки чая на завтрак. Это так называемый английский завтрак. Часто также подают тушеную фасоль и грибы. Жизнь прекрасна.
Ровно в 11 возле Букингемского дворца не протолкнуться. Все ждут начала церемонии смены караула. Я пришла, еле протиснулась. Длится церемония 45 минут. Сначала появляется оркестр, потом гвардейцы в ярко-красных костюмах и высоких пушистых шапках. Зрелище! Вся церемония отрепетирована идеально, до малейшего поворота головы. Все очень торжественно, как на параде. Лица гвардейцев серьезные, ни тени улыбки. И при этом оркестр играет шлягеры и современную эстраду. Однажды, во время приезда короля Саудовской Аравии, королевский оркестр задорно сыграл тему Дарта Вейдера из «Звездных войн». А вы говорите, что у англичан чувство юмора странное. Букингемский дворец – это официальная резиденция всеми горячо любимой английской королевы Елизаветы. Кстати, если вы заметили, поднят флаг, значит, королева дома. Представляете, я здесь стою, а она дома. Где-то смотрит с окошком, мне и Маша говорит: «Леся!» Рабочий день королевы начинается в 10 часов утра. Занята королева планированием визитов, приемов и поездок. За завтраком обязательно чтение газет и личные корреспонденции. Письма приносят нераспечатанные, и королева наугад выбирает несколько и собственноручно на них отвечает. Считается, что адресат, которому королева лично ответила, благословением до третьего колена. Лесе наверняка не хватает денег даже на одну платную экскурсию. Поэтому про Тауэр расскажу вам я. Ну что ж, добро пожаловать в Лондон Тауэр. Одно из старейших сооружений города, исторический центр. Пойду осмотрюсь, как там. 900 лет на берегу Темзы стоит Тауэр. Крепость, ставшая очередным символом Лондона. В разные времена тут был и монетный двор, и сокровищница, и обсерватория, и даже зверинец. Но по-настоящему Тауэр знаменит как тюрьма. В Тауэре казнили и пытались с особой изощренностью. Сегодня, правда, в Тауэре не чувствуется кровавое прошлое. Наоборот, солнышко светит, яркие зеленые газоны вокруг, толпа туристов, гвардейцев в ярких костюмах. Конечно же, 6 черных королевских воронов. Смотрите, они большие, красивые. Они являются символы. Легенда гласит, что если эти вороны погибнут или улетят, то британская монархия падет, а сам Тауэр обратится в прах. Поэтому с 16 века королевским указом их тщательно охраняют. Ну, и еще крылья подрезают. Так, на всякий пожарный. Каждый месяц на питание этих воронов выделяется 120 фунтов из государственной казны. А ребята эти кушают, дай бог. Внимание! Они едят. Специальные бисквиты заказываются. Яйца, сырое мясо, кроличьи тушки. В общем, бутерброды они есть не будут. Хранители монархии все. За безопасность воронов отвечают специальные хранители йомены. Это бывшие летчики или морпехи, отслужившие более 20 лет. Так что британской короне ничего не угрожает. Я решила потратить остатки денег на экскурсию по Темзе на кораблике, чтобы еще лучше рассмотреть город. Темза, конечно, уже, чем наш Днепр, но более бурная. Бурная и мутная. Несмотря на то, что Лондону почти 2000 лет, из-за многочисленных пожаров в городе не сохранились старинные сооружения, античные руины и средневековые улочки. Самым старым зданием всего несколько сотен лет. Это Тауэрский мост. Самый знаменитый разводной мост Лондона. Удивительно,
Но раньше мост сильно критиковали и говорили, что это олицетворение вычурности и безвкусицы, и что ничего более ужасного на Темзе нет. Но прошли годы, и все дружно признали красоту и необычность Тауэрского моста. Еще мажорнее, чем передвигаться 2 дня по Лондону на такси, м? Это поехать на такси в Стоунхендж. Дорога мягенькая, как стеклышко, с ветерком домчит. Класс. Стоунхендж находится в 130 километрах от Лондона. Учитывая, что скорость кэп развивает небольшую, ехать мне пришлось несколько часов. Могу сказать, что я, наверное, буду единственным человеком, который так далеко едет на такси. Это так дорого. Как же это неудобно! О! Я на месте! Я приехал в самое загадочное место Великобритании. Если я отсюда не выберусь, будет плохо, потому что придет новый ведущий, вам надо будет к нему привыкать. Боже, верните Алана, верните Беднякова. Каждый год сюда приезжают миллионы людей, и все они с благоговением смотрят на эти камни. Кто их построил, когда, сколько тысяч лет назад, для чего, как древние люди смогли переместить в эту долину огромные глыбы в несколько десятков тонн. Какие только версии не выдвигаются. Какие-то тучи, все сгущалось, и не понимали, кто же построил эти камни. Но однажды пришел человек и сказал... Вы знаете, мне кажется, что это обсерватория. Ему сказали, нет, это не обсерватория. Те, кому сложно принять такую версию, довольствуются более простой. Ну, типа эти камни появились благодаря волшебнику Мерлину, чародею при дворе короля Артура, который перенес их из Ирландии по воздуху. Ну, лично я верю в этот вариант. Ку-ку, мой мальчик. Я такой счастливый, я в камнях. Как я хочу домой. Боже, Лёшка, давай веселиться, давай. Лично я немного разочарован. Вся таинственность разрушается, когда ты приезжаешь на место и видишь все своими глазами. Есть вот такое ощущение, что тебя где-то надурили. Увидеть, наверное, это нужно. Если вы соберетесь сюда ехать, пожалуйста, езжайте не на такси, а на лимузине, например. Ну, а если нет денег, то возьмите кредит. Окей. Ну, хоть таксист счастлив. Не каждый день его счетчик наматывает 685 фунтов. Дорогие друзья, мы продолжаем давать вам возможность полазить по кустам, позаглядывать в люки и позасовывать руку в дупло дерева. Орел и Решка прячут очередные 100 баксов. Найти бутылку в Лондоне будет непросто. Вам нужен парк Кенсингтон Гарден. Идти по Будгерс Уолк. От Стеллы Джону Ханнингу Спек Эксплореру отсчитать 80 шагов в сторону засохшего дерева. В корнях этого дерева и спрятана бутылка. Поспешите, иначе поспешат белки. Давайте быстрее, а то белочка найдет эту бутылку и купит себе 18 килограмм орехов. Время в Лондоне проходит быстро и насыщенно. Здесь всегда интересно. Здесь тысячи музеев, памятников, парков, театров, клубов, пабов, ресторанов, магазинов. Ой, я могу продолжать бесконечно. Потому что в Лондоне, кажется, есть все. Вау! Let's go!
Thank you. Thank you. Bye. Incredible. Вот что это? Так, а как сладить? Соевый соус. Соевый соус? Моя хорошая. Ку-ку, мой мальчик. Алло, Андрюша! Леся, ты где, Лесь? Андрюша, я возле Covent Garden'а. Где? Возле Covent Garden'а стою, да. Вы трезвители, Лесь? Мне поподробнее, Леся. Возле Covent Garden'а. Что ты, Андрюша? Ой, ты, Леся. Лондон из Капитал? Капитал Great Britain. Как дела твои, лучше рассказать? У меня прекрасно. Если бы мне еще раз дали $100, я бы еще раз здесь осталась потусить. Ни разу бы не пожалела. А у тебя как? У меня намного лучше, чем у тебя. У меня... Как обычно. Значит, было колесо обозрения. Вот это вот огромное, шикарное, красивое. Там пил чай, как истинный англичанин. Так что я очень классно, жирно и достойно отдохнул. Вот не хочу теперь, да, домой. Поехали. А теперь накорми меня. Накормить тебя? Купи мне выпить. Ты много ешь? Да. Все, пойдем. Обогрей меня. Обогрею тебя. Пойдем. Пожалуйста. Это все.